Так, попытка номер два. 3 июня 2019 год. Харьков, 3.12 по Киеву. И вот он наш Юпитер. Со своими красавцами, галилеевыми спутниками. Ближе всего к Юпитеру Каллисто. Дальше идет Европа, Ио. И сейчас слева появился Ганимед. Просто прекрасно. Есть дымка на небе, но большего и желать грешно. Смотри, какие красавцы кучно легли. Почти в десяточку наши спутники, которые не наши, а галилеевы или юпитеровы. Опа, все, да. Потеряли мы. Ага, вот он ты. Сейчас будем ловить. И полный штиль. Все эти дрожания — это мои перемещения вокруг штатива. Но при увеличении оптическом 83 крата плюс еще цифровое добавляется, конечно. Малейшее колебание, дрожание земли передается капитальнейшим образом. Красавец. Юпитер на ближайшем расстоянии к Земле. Как раз в июне 9 будет 641 миллион километров. Сейчас 642. Ерунда. При том, что 900 тоже бывает. Можно считать, что лучшего и желать не стоит. Сейчас попробуем еще Юпитер поймать. Ой, Юпитер. Сатурн поймать. Для полного комплекта. Все остальное уже либо попряталось за горизонт, либо еще не вышло из-за горизонта. Так, посмотри, как быстро светлеет небо. Не вижу я Сатурна. То есть, а, вот он, по-моему. Визуально наблюдаю, а аппаратура Nikon Coolpix P900. Матрица тут, конечно, просто крошечная, но с такими ультразумами неудивительно. Света он просит много. Ах ты. Сейчас будем шаг за шагом его пытаться. Поймать. Раздражает, но что делать? Вот так. Сатурн, по-моему, 1 400 000 000 километров сейчас от Земли. Тоже не на самом дальнем расстоянии. Да, вижу кольца даже на этом маленьком экране. А дымка мешает сфокусироваться фотоаппарату. Плывет все.
Это вторая запись, надеюсь. Не на одной, так и на второй можно будет что-то разглядеть. Плоско как лежит Сатурн кольцами своими. Обычно он там под 45 градусов я его снимал. А тут прямо как тарелка на столе. Промазал. Чем светлее небо, тем тяжелее ему сфокусироваться. Ох, нелегкая эта работа. Репит, бедненький автофокус. Комары больше Юпитера летают. Ну ладно, и хорошо. Юпитер сняли, Сатурн сняли, комаров покормили, можно и по домам на смену. Так, это у нас 3 июня 2019 год. Харьков, 3:20 по Киеву.